Сколько народа, кошмар. Дергай ручку. Главное, чтобы не заминировано. Нет, сначала адвокат. Дайте. Давайте адвоката пройдем. Сначала адвокат. Вася, идешь? Да. Как так? Сейчас, если не останется места. Не надо. Ну, слушайте, я всегда верю, что решение суда должно быть справедливым. Вы видели своими глазами, как подготовилась защита и как подготовилось следствие. Следствие не сказало ни одного слова, суд не задал ни одного вопроса, и при этом, несмотря на всю подготовку и здравые аргументы, вынес такое решение. Ну, я не могу, работаю уже почти 30 лет, смириться с такой предсказуемостью. Все равно мы будем обжаловать, и все равно мы считаем, что она невиновна, никаких доказательств виновности нет, и спектакль не может быть преступлением, даже если это кажется эксперту деструктивным. Thank you.